Всем привет! Знакомимся с системой вирусного трафика. Переходим по ссылке, которую вам дал спонсор. И для начала давайте переведем эту страницу. Ставим ее на русский и знакомимся, что это за система. Как это работает? Первое. Вы когда платите $5, вы платите эти $5 напрямую человеку, который дал вам ссылку, то есть своему спонсору. Вы оплачиваете один раз $5 и получаете данный сайт в работу на 5 лет. Используйте эту кнопку заказа для того, чтобы заплатить $5. На следующей странице вам будет указан номер подтверждения. Кроме этого, он будет отправлен на электронную почту. Вам понадобится данный номер для подтверждения вашей покупки и управления вашим вирусным сайтом. Для регистрации нужно нажать на эту кнопку. Давайте ознакомимся с данным сайтом и данным предложением чуть более подробно. И для этого пройдем дальше. Войдите на Teamgeo.com и добавьте по крайней мере 3 рекламных объявления, которые будут отображаться на верхних частях вашего вирусного сайта. Но здесь зайти в свою учетную запись можно, перейдя по строке номер 16, это мы все должны получить на почте. И в своей панели управления мы можем управлять своим вирусным сайтом. Как работает данная система вирусного трафика? Используйте URL, ссылку своего сайта для продвижения. На этой странице размещать баннеры со своей ссылкой на страницу захвата. Но ссылку для распространения, продвижения лучше использовать ссылочку вот этого вирусного трафика, потому что помимо подписчиков вы будете продвигать данную систему, увеличивать количество просмотров своей рекламы, ну и естественно зарабатывать. Ссылка, которую вы будете использовать для продвижения своего вирусного сайта, будет находиться в панели управления. Любой, кто покупает вирусный сайт, в результате вашего продвижения вирусного сайта заплатит вам $5 США напрямую. Вы можете продавать данный сайт столько, сколько захотите. После того, как 4 человека заплатят вам $5 за вирусный сайт, следующий будет выплачен администратору. После этого вам снова будет работать как ротация. Каждые 4 человека, которые вы направляете на вирусный сайт, и сумма от покупки идет вам лично. 5-я покупка выплачивается администрации. После этого вам снова будет выплачены следующие 4 человека, которые покупают вирусный сайт и так далее. Ваша реклама размещается на месте номер 4 постоянно на всех продвигаемых вами вирусных сайтах. И у тех людей, которые покупают по вашей ссылке вирусный сайт, эта реклама отображается тут. Вот как ваш сайт начинает быть вирусным. Вы получаете место номер 4 на всех вирусных сайтах, которые вы продаете навсегда. Чем больше вы продаете, тем больше бесплатной рекламы вы получаете. Вы можете изменять свою рекламу столько раз, сколько хотите в своей панели управления. Когда этот человек продает вирусный сайт, ваша реклама размещается на месте номер 5 постоянно на всех вирусных сайтах, которые они продвигают и продают. Ваш сайт продолжает оставаться вирусным, приобретает вирусное продвижение даже в том случае, когда продается от имени администрации, в общем, даже не от вашей прямой рекламы, вирусный сайт и реклама на нем имеет вирусное продвижение. Когда этот человек продает вирусный сайт, ваша реклама постоянно попадает на место номер 6 на всех вирусных сайтах. Это продолжает повторяться снова и снова, пока у вас нет рекламы на 12 местах. Даже если вы продаете только 3 веб-сайта, ваша реклама будет показана на 531 441 вирусных сайтах. Что вы получаете после оплаты и регистрации? Вы получаете панель управления, которая показывает, сколько просмотров ваших рекламных объявлений. Вы можете добавить до 15 рекламных объявлений и заставить их всех вращаться среди всех позиций, которые вы контролируете на всех вирусных сайтах. В панели управления вы имеете доступ к ее редактированию. Вы также можете изменить рекламу в любое время. Вы можете рекламировать один ресурс, потом начать рекламировать другой ресурс. Поменяли ссылку, поменяли баннер и пошла другая реклама. Данную платформу создали люди, которые в течение 10 лет успешно интернет-маркетингом, и они в этой сфере рекламных услуг довольно популярны, известны и, в принципе, оказывают постоянную поддержку и обеспечивают работоспособность сайта. В общем, это было короткое знакомство с сайтом Teamgeo.com. Переходим в оригинал. А теперь перейдем к регистрации. Вы можете нажать кнопку внизу страницы. Можем подняться вверх и нажать здесь «Click here to buy now». Перейти к покупке. На этой странице вам нужно заполнить your first name, ваше имя.
your last name, ваша фамилия, your email. Заполняем эти поля, нажимаем кнопочку submit. Итак, после того, как мы заполнили поля имя, фамилию и вписали email адрес, нас перевело на следующую страницу. На этой странице нам говорят, сохраните номер подтверждения. Сохраняем свой номер. Мы можем перейти к способу оплаты. Способы оплаты представлены на данной странице Payza, SolidTrustPay и PayPal. Любой из способов, если вам, допустим, здесь не подходит, вам нужно создать такой разъем, с помощью которого вам в кабинете выставится счет. Но счет можно будет оплатить не только этими методами, а можно будет связаться с спонсором и договориться о другом методе оплаты. В общем, в любом случае нажимаем первично кнопочку PayPal. Когда страница прогрузилась, мы видим наш счет в $5. Если у вас есть счет PayPal, войдите, так как это более безопасный способ оплаты. Оплатить можно также карточкой. Вот я вхожу в свой PayPal и буду оплачивать через PayPal. После того, как мы вошли в систему, здесь появляются наши реквизиты. Мы можем нажать кнопочку «Оплатить сейчас», если вы выбираете PayPal. После оплаты нам выходит вот такая страница. Вы оплатили $5, способ оплаты и наши реквизиты, номер покупки, номер транзакции, все остальные сведения. И нажимаем «Вернуться на страницу продавца». Нам показано, что вот мы оплатили на TeamGeo, и мы можем вернуться в свой кабинет, нажавши на эту кнопочку. И производим регистрацию. Для этого нажимаем «Join Free». Итак, после того, как мы произвели оплату, нам на почту пришло вот такое письмо. unfaccount@teamgeo. Открываем это письмо. В этом письме нам дается email и временный пароль. По этому паролю мы заходим на следующую страницу. На следующей странице вы вписываете свой email, имя, фамилию, номер телефона и ставим пароль, который вы получили в письме. И нажимаем «Зарегистрироваться бесплатно». После того, как мы внесли пароль, который мы взяли в письме, внесли все свои данные, нас переводят на страницу и нам говорят, что наша регистрация прошла успешно. Теперь нам предлагают сохранить наши реквизиты, нашу почту и наш пароль, который нам был предоставлен. После того, как мы сохранили, мы можем зайти в свой кабинет. Click Here to Login. Нам пишут, что вы создали свою учетную запись, и теперь вы можете зайти в свой аккаунт. Нажимаем на эту кнопочку. Перешли на ту же страницу, и теперь у нас не free аккаунт, а просто аккаунт. Нажали на свою страницу и заходим в свой кабинет. Мы видим, что у нас здесь есть промокод наш. Также здесь вы можете настроить полностью свой профиль, добавить фотографию, маркетинговую систему. Ну, в общем-то, мы переходим по ссылке под номером 16 для того, чтобы управлять своим вирусным сайтом. И нажимаем на ссылку под номером 16. После того, как мы ее нажали, мы видим вот две наши реферальные ссылки. Эти реферальные ссылки являются вашими ссылками для приглашения и продвижения системы вирусного трафика. Пока что мы познакомились с сайтом TeamGeo. Предлагает нам такие возможности, как нам это поможет в продвижении. На данном моменте я заканчиваю данный урок. Инструкция, как добавить баннеры и как настроить свой профиль, будет в дальнейшем видео. Всего доброго, до свидания.